Всем привет, это мое первое видео по Майнкрафту вместе с моим другом Егором. Надеюсь, вы меня поддержите лайком и подписывайтесь. Мы будем выживать. Да, и сегодня мы умрем. Да. Я даже не знаю, что говорить. Ну, руби дерево, короче. Ладно. Как же я давно в Майнкрафт не играл. Я даже дуб срубить не могу. Тут, кстати, какая-то это пещерка там под водой. Песчанка? Песчанка, пещерка. Ты где? Дуб рублю. Все, срубил. Ты где, дубина? Сейчас я лошадь убью. Синтус, ты где? Я дерево рублю. Где именно? Я не знаю. Откуда убежал Егор? Меня дожгли. Вот он, ты дубина. Давай верстак скрафтим. Давай. Что делаешь, не так мало? Ну ладно. Ой, не то нажал. Ой, дуб. Ты же как не пользовался-то вообще? Вообще-то кирку крафти и топор. А, вижу. То кирку и топор, говоришь. 2 hours later. Вот он, да. Штук. Нет. Ой, нет! Чёрт. Угробился. Да нет. Так, кирка же нужна, да? Короче, много камней фармим. Теперь планируем дойти до портала. Правда идти? Ну, можно до портала дойти, но я думаю, мы не успеем. А сколько нужно камней примерно? У тебя сколько? Ну, 12 примерно хватит. Подожди. А, у меня 12 как раз. Вот, все, наверх иди, будем крафтить инструменты деревянные. Так, теперь нужен меч. Все, пошли, это меч. Топор тоже как меч крутой. Пошли. Я что-то вижу. Ой, деревню, походу, нашел. Да, Егор, там деревня. Побежали на деревню туда. Ну, может, кальмар отведаем? Не. Зачем куру бьешь? Че, убьем голема? Ну давай, пойдем. Не, подожди, пока не бей его, пока не бей. Давай залутаем деревню сначала. О, в сундуке я уголь нашел. О, хорошо. О, сильно. Я хлеб нашел. Еще чистая карта какая-то и бумагу. Бумагу может понадобиться. И это тоже. Да ну, я крафт не играл. Так, у тебя есть еда? У меня вот хлебушек есть и арбузов. Ну, давай. Сейчас тебе, на. Сейчас скину хлеб. Хлеб скину. Вижу. На арбузов еще. О, замги. У меня там мусора скопилось в инвентаре. А где этот голем? Пошли голема убьем. Вот, все. Блин, Егора, не достаю до него. Это... Что, застроить мне? Ё-моё, его как-то сюда бы привезли. Подожди, сейчас я еще дальше путь сделаю.
Я его не могу достать, Егор. Это удай. Блин, не бей, не бей. О, все. Так, сейчас ударю. Нет. Короче, пусть так. Беги! А, все, что-то встал. Нет, бежит. Ой, убивай его. Страшно-то. О, убил. О, молодец. Сейчас скину все. Я его убил, Егор. Так, что у меня есть? Железо чуть-чуть. Так, давай тут у целого, давай будет наше место. Вот тут кровать построим, все, или что? В деревне же будем? Да, пока что, потому что мне нужно обустроиться. Как продукты где сделать? Иди в домик наш. Дверь хотел закрыть. Все, давай, поспим. Вообще я не могу подставить. А, вот все. Ставь, спи. Уйди. О, во, все. Тут трица. Пойдем в шахту. Подожди, чем он торгует? О, подожди. 22 гнилого этого мяса и изумруд. Почему 22 гнилого мяса, он не изумруд? Ой, то есть 32 ему. Ну, у меня есть 26 гнилого мяса. Короче, Егор, есть идея, смотри. Видишь этот домик? Вижу. Ко мне иди, назад. Куда ты побежал? Ну, вижу этот дом, что. Смотри. Блин, Егор, пошли это, у меня сундук есть, пошли в сундук железа положишь. Подожди, ко мне норку хочу запрыгнуть. Железом или что? Вот, ложь сундук. Так, сундук, железо. А, ну это, наверное, не нужно хлам туда сложу. Земля, пшеница, седло, чистая тряпка, перо, гниль, кожа, металл, гравий, нить. И, короче, будем шахту копать. Да. Тут для этого надо верстак с собой что-нибудь взять. У меня есть верстак с собой. Пошли. А, ну, бери. Егор, пошли. Так, а у меня с собой-то этого нету. Так, всего. Кирка есть. Кирка есть, все. Пошли. Пойдем. Уже, Егор. Оп. Что ты делаешь? Подожди, у меня хоть еда-то есть. Ну и фиг с ней. Сейчас арбузы побьем. Там еда будет. Да ё-моё. Вот и сено тоже можно. Из них хлеб сделать. Топор скрасить. Все, давай тут копать. Короче, это ты рядом копай. Да. Ты куда пошел ты? Я на тебя пошел. Вот он. А, вот он. Вот у меня булыжники тут. У меня уже 18 их. Ой, угля 18 уже. Каких булыжников-то? Так, по-моему, я свечей с собой брал. Во, молодец. Давай дальше копаем. Куда ты? Я сюда. Давай. Я в длину, в ширину буду копать.
Я в какую-то пещеру провалился. В пещеру? Да, провалился. Блин. А, у меня кирка как раз закончилась. Сейчас тебе пойду туда. А ты меня видишь? Да, я знаю, где ты. Ники же показаны. А я не вижу. Тут далеко... Это, ты вдаль посмотри. Там ники показываться будут. Прямо рядом где-то у меня. Сейчас тебе покупаюсь как-нибудь. Жди меня. О, да, пещера внутри какая-то. И сзади Егор. Да, мне как-то из рук надо убрать этот. Пойдем сейчас. Что-то пещера фигня какая-то. Нет ничего. О, тут еще что-то есть. Пошли. А, медь. Тоже клюну. Ну, ну, о, нифига. Ну, ну, нифига. Подожди, давай на ту сторону сначала построимся. Давай. У меня как иди, раз отойди, куча не. Отойди, отойди. Вот, землю пока. Все, Егор построился. Я еще раз так убеждусь, чтобы не упасть. Так. О, Егор, тут прям еще целый мир. Только там крипер со скелетами уже. О, медь! Самое тяжелое крипер найти. Во, крипер, тут крипер, я нашел его. Проклятие. Сейчас похилюсь. Так, я пошел пока фонариков соберу. Идем дальше. О, железо! Где? Железо. Вот, у меня. Вот прям много его, смотри. Тут их 8 даже. А. А, нифига. Вот у меня 8 было. Пойдем дальше. Дальше. Куда, Егор, пошли. Так. Тут нет ничего. Егор, там где все видно, не ставь факелы ты. Там о, выход. Подожди, там тоже что-то есть. Да, стрим, а... что-то есть наверх путь какой-то. Вот тут наверх путь. А, о, железо. О, тут где ты? Железо, Егор. Прям спуск, смотри. Прям вообще, подожди. Там и крипер. Иди за мной, короче, иди за мной. Так, сейчас. А, надо под себя как-то строиться тут. А, там это крипер. Ну, это говорю. Так, это, короче. Блин. Короче, сюда. Потом потихонечку. Сюда. Возьми. Там два крипера в одном месте. Печально. Подземелье! Свалился. Егор, подожди. Я как-нибудь загрю. Сейчас. Чтобы не взорвались. А, я вижу, вижу, вижу. Так. Да, давай их... Всё, не взорвался. Второй тоже? Второй, да. О, кремень выпал. И подожди. А, порох, порох. Какой кремень? Все, пошли дальше. О, золото! Где? Вон. А, я тут крипер. Вон, видишь, там золото. А. Из золота ничего не крафти. А чё? Это там надо воду спрыгнуть, что-нибудь крутое. Из золота вообще говно вещи делаются, ну потом встретиться можно будет. Ой, упал. Ой, я убил его. Два пороха выпало из него. Подожди, сейчас печь надо скрафтить. Иди ко мне, Егор, ты куда пошел? Тоже сюда. Ты зачем его? Егор, ты чё? Тупой. Чё? Ты зачем каменной киркой золото сломал? Ой. Зачем ты каменной киркой золото сломал, Егор? О, тут еще золото есть. Хоть не все сломал. Я уже понял. О, Егор, там железо, там еще одна пещера снизу. Иду железо я нашел.
Ой, сейчас, короче, я твое железо заберу и свое отдам. Мне 10 штук железа. О, тут зомби. О, спавн! Ну что, спавн, Егор? Угу. Блин, надо было, мне кажется, выключить огонь по своим. Все, давай, ломаем спавн. Там еще сундук. О, диски какие-то, пластинка, о, железная броня для коня, о, еще золото. 10 золота там лежало, много костей, хлеб. Видите, какие-то пластинки лежали. Ты что забрал? Да пофиг, потом поделим. Это что еще за шахта? Опа-на, смотри, тут лазурит и эти, и железо. Ну тоже что ли нужно? Лазурит это, чтобы сочаровать что-нибудь потом. Это что, железо что ли? Ну вот это. Ну да. Нифига там его. Твоего лазурита. Иди, Егор. А! Дуб. Дуб совсем. Так, мне надо поесть. Вместо грязи. Пускай будет хлеб. Пошли вниз, подожди. О, Егор, лава. Лава это очень хорошо. А, ты ведерко сделал? Да. Ты портал в ад сделаем. Ну, набирай. Я сделал большую ошибку. А! Все? Все, нет. Ой, зомбу. Не знаю, я бы умер уже, наверное. Мне топор сломался. Ой, реально, железный? Давай еще дальше, еще дальше. Нет, мне камень был. Мне железный уже топор. Так, давай еще воду наберу, второе ведро скрафчу. О! Что-то красное, иди сюда. Подожди. Сейчас ведро. Так не ломай, не ломай, подожди. Какой? А. Вот. Его ломай. Это типа, чтобы там всякие проводы. А, как электричество, типа. Тебе зомбу пойдет, я сейчас убью. Сердце. Так, хлеб. Ну хлеб прям хорошо восстанавливает. Так, сейчас тоже хлеба меня. 22 хлеба. Прям инвентарь уже находится. Мне тоже, у меня там буквально 2-3 слота осталось. Вниз, вниз пошли. А, где, а там ничего наверх, нет. Наверх сначала. Нет. А, о, подожди, мы тут были, да? Да, нифига. А там нифига мы круг сделали большой. Да, Егор, тут храм! Подожди, а как? Подожди, мне нужно... Не храм, или... А, Егор, это, походу, спавн, который мы разрушили. А, Егор, мы сразу опередили события, давай. Ё-моё. А! Ваня! Что, Ваня, ты сам упал? Давай, залазь. Чё ты делаешь? Вот, под себя ставь, и всё. Да сейчас сломаю. Чё ты рукой ломаешь, Егор? Ну, ты тупой, что ли? Не отвлекай. Ты зачем рукой ломаешь? Не отвлекай. Ну, чтоб тебя... Егор, ну ты... Этот... Этот? Да. Во, Егор, я нашел. Ты нашел? Я нашел подъем наверх. Вот, смотри, помнишь это? А, да. Или не, подожди, я не помню это. Это другое уже. Подожди, все, давай наверх, короче. Пойдем. Что это? А.
Бил, чтоб вас! А, вот, подожди, я нашел там факела. А, я помню, мы тут вниз спускались, Егор. Вот, видишь? Угу. Стой. Все, пошли. О, подожди, там проход. А, помню, мы тут копали. Мы тут копали, походу, да? Да, мы тут копали, все. Вот, наверх путь. Свечи. Ура. Свечи, свечи. Свечи, свечи, свечи. Ё-моё. Нифига, мы уже вылезли, что ли? Почти. Подожди, подожди, не ломай, не ломай. Короче, сейчас скраб... Подожди, нет, 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 не прыгай. О, день! Сейчас день? Да. О, это очень хорошо. Так, если погнали. Вниз путь. Мы раз так копались? Да я не помню, главное, что мы выбрались из этой же пещеры. Ну что, зато пофамились хорошо. Ага, хорошо. Чё, плохо, что ли? Я считаю, что да. Плохо ты так, считаешь? Ну да. Хорошо. Сейчас я сюда. Река, можем портал делать, иди ко мне, ты где? Я на дубе. В каком дубе? Чё там делаешь? Ну ты сам как будто вон сразу видно. Я его убил. Капец, у меня там все попадало. Так, лазурит у тебя даже. А где мое золото? Так, сейчас я хлеба все наделаю. Да зачем ты воду тут разлил? Ну вот надо, чтобы портал построить. Это, надо немножко домик снести, Миш. Нет, дубина. И тогда не на крыше его строить, а где-нибудь в другом месте. Да, конечно, лучше в другом. Блин, а ты я всё строил. Ай! Проклятие. А, лава, дупак, молодец. Ты просто это, ещё заброшенная шахта была. Заброшенная шахта очень хорошо была. Подожди, Микусов. Алло, привет. Это кто? Блин! Егор! Во, все, наконец-то. Смотри, запускаем. Во, наконец-то, Егор, я его построил, смотри. Короче, это давай первая серия к концу подойдет тогда. Ребята, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Всем удачи и пока. Здоровья. Да. Пока.